9 сентября около 10 часов ночи загорелось старое кладбище по улице Желтоксана. Там загорелась сухая трава. За короткое время пламя охватило 50 квадратных метров площади. Также сгорели оградки могил. В течение 5 минут на место прибыла пожарная служба 4-го отделения. За короткое время огнеборцы справились с огнем. Специальная группа, прибывшая из города Туркестан в Шымкен, провели рейд. В ходе мероприятия им на глаза попалась автомашина марки «Жигули» 7-й модели. Водитель данного автомобиля, проигнорировав приказ остановиться, попытался скрыться. Погоня длилась недолго. Как выяснилось позже, у водителя при себе не было никаких документов. Автомобиль водворен на штрафстоянку, ну а на водителя был составлен административный протокол. Өз-өзіңіз таныстырып жүріңізші. Әкелген ең өзі көрсет. Көрсетіңізші, сізден абиязыңыз. Так, от машины ұшли. Неге мен үнімді неге әшім машинада ұстау отырым, мұнау жерде әшім машинада менің үнімді сужені машина емес. Нөмірі, бұны көріп аңызды. Үнімді сужені емес машинада ұстау отыр. Мұнау милиционер. Таныстыр десем, таныстырмайды өз-өзін. По поводу нашумевшего видео в интернете с участием полицейского прокомментировал начальник местной полицейской службы Данияр Мейерхан. На видео полицейские посадили в частную машину несовершеннолетнего и увезли. Неге мен үнімді заңсыз ма машинаға мінгізіп алып барып жатсыңдар, ұрысыңдар ма не? Ұрлап атсыңдар ма, неге мен үнімді? Жоқ, хабарлық қоғанда не үшін маңдай машинаға мен үнімді алып кетіп барып жатыр? Қазір мен 0-02-ге звондаймын. По словам начальника местной полицейской службы, стражи порядка во время рейда обнаружили в ночное время подростка и тотчас отвезли его в ближайший пункт полиции, куда был вызван отец несовершеннолетнего. Гражданин, снимавший на видео, утверждал, что он его брат, но не смог предоставить никаких доказательств родства. Отец подростка, прибыв за сыном, подписал протокол в отношении него и обещал следить за сыном. Mm-hmm.